А открывать можно? Конечно, нужно открывать. Чтобы просто почитали, это на самом деле много людей очень волнуются, вплывают, стараются, требуют помощь, помощь, постоянно идет. За счет чего что у нас постоянно появляются возможности лекарства. Что у вас там делать? Вплоть до того, что сейчас уже сами умельцы на заводах кумулятивную защиту шьют на беттеры, на танки, мы просто до вас еще не добрались. Я потом прочитаю, а сейчас... Да, любую берите, вы потом наклеите. Такие в мене тоже. Тоже ласточка? Конечно. Диана, 14 років. Це мені сюди, от під низ. Ось так. Там подарки некоторі зроблені. Опа. Розумієте всі. Це кульок. У мене подарочок. Ви забезпечуєте. Дівчонки пишуть, пацани. Ну стой, я щас... Цілими класами. Круто. Сразу с опознавательными знаками. Да. Здорово. Мне кажется, не лапы, когда на У меня есть еще майдановские такие крестики, но они светятся всем этим. Они просто... Миша, братан, их только подбросили. Крестики. Давай заканчивай этот сепаратист. Сейчас, я быстро. Здорово. Чья бэха там стоит? Впереди и проехать не надо. Не, не наша. Уже пакеты сделали. Ну, готов. Стараемся. Самый герой. Вот, кому надо.